Любители поэзии Зубова, собравшиеся в районной библиотеке, присутствовали с полной уверенностью, можно сказать, на историческом событии. Друг юности поэта Владимир Попов передал в архив библиотеки письма Евгения. Здесь и машинописи стихотворений Евгения Зубова, здесь и письма Евгения Зубова, потому что, естественно, когда он приезжал из Молокова в Мисайлово, переписываться не надо, они общались напрямую, но в тот период, когда Владимир Попов служил в армии, значит, переписка между Евгением Зубовым и Владимиром Поповым имела место. В следующем году исполняется 75 лет со дня рождения Евгения Зубова. Это знаменательная дата для всего поэтического содружества, не только Ленинского района, но и всего Подмосковья. И к ней готовится уже множество мероприятий. Это издание нового сборника, в который наверняка вот войдут все эти дополнительные материалы, архивные все материалы, которые удалось разыскать за это время. Вот это и присвоение библиотеки имени Зубова. Мечта шкулевцев – организовать музей на базе библиотеки. И новые материалы весьма кстати. Сама тетрадка представляет музейный экспонат. Вот она вот такая вот, да, уже пожелтевшая. Написано «Зубов Евгений Петрович». Друг Зубова Владимир Попов тоже пишет стихи. В юности оба они были одержимы поэзией. Я его забросал своими стихами. Он меня тоже писал мне стихи. Мягкий лиризм у Есенина такой яркий, а у него приглушенный такой. И все с дымкой такой грусти. Такой. Хотя пейзаж такой мрачный вроде, а он так его приглушает. Не как у меня. Я вот пишу, у меня мрачновато очень. Творческие коллективы района давно взяли на вооружение поэзию Зубова. Так, в репертуаре возрожденного хора «Русские напевы» поселка Володарского много песен на стихи Есенина Видновского края. А к мероприятию коллектив подготовил художественно-литературную композицию и, конечно же, песни, музыку к которым пишет руководитель хора. Эти стихи, они сами по себе издают свою мелодию. И мне несложно, честно признаться, написать музыку к этим стихам прекрасного нашего подмосковного поэта. Впереди всех любителей поэзии Евгения Зубова ждет много встреч, посвященных его творчеству. Людмила Медведева и я, Дамия, Евгений Садовский, Видное ТВ.